Здравствуйте, дорогие подписчики моего блога. Рад снова приветствовать вас. Сегодня я вам расскажу, как быстро и легко усилить локальный контраст и объем на фото, заменяя технику Dodge & Burn. А в конце расскажу про приятную акцию ко Дню Знаний. Итак, поехали. Сразу скажу, что техника простая до невозможности, и ее может использовать любой. Несомненным преимуществом этого метода можно также отнести тот момент, что усиливая контраст, мы не трогаем насыщенность цвета, что благотворно влияет на восприятие карточки. Что ж, приступим. Нам понадобится корректирующий слой Gradient Map, карта градиента. В свойствах указываем черно-белый градиент, третий в списке по умолчанию. Меняем режим наложения на Luminosity, яркость. Следующим шагом нужно инвертировать маску слоя. Кликаем по маске и нажимаем Ctrl-I или Command-I на Mac. Маска станет черной. Выбираем инструмент кисть, ставим непрозрачность кисти в районе 20-30% и рисуем белым цветом по маске в тех местах, где нужно усилить объем. Если говорить про портреты, то такими местами являются глаза, губы, скулы, ключица, блики на волосах и другие сюжетно важные места. Помимо того, что в этом методе мы не увеличиваем насыщенность, есть еще один несомненный плюс. Контраст усиливается везде, то есть тени затемняются, а цвета осветляются. И все это делается с помощью одного инструмента. На сегодня все. Надеюсь, это видео оказалось полезным. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и лайки. В связи с наступлением нового учебного года объявляю акцию. В течение всей следующей недели, с 31 августа до 6 сентября, скидки от 20 до 40% на индивидуальные занятия по скайпу. По всем вопросам пишите ВКонтакте, на почту или просто в комментариях к видео. Пришло время учиться. С вами был Иван Кочергин. До новых встреч. Пока!